бывает такое, что волонтеры приходят к нам в центр для того, чтобы убежать от семьи или от дома. Отсюда возникает вопрос, почему с ассистентами в нашем центре у них отношения лучше, чем с родителями? Здравствуйте, меня зовут Марина, я психолог-консультант. На этот вопрос нет однозначного ответа. Сначала мы попробуем понять, какие же причины привели к тому, что ухудшились отношения с родителями. Во-первых, это могло произойти в результате естественного процесса взросления, сепарации, как мы ее называем, когда молодым людям для того, чтобы стать взрослыми, для того, чтобы получить некоторую автономию от родителей, приходится иногда вступать с ними в конфликты, да, и бороться за право быть взрослым. И это нормально. Пройдет некоторое время, отношения с родителями восстановятся, будут строиться на других принципах, и в принципе конфликты должны уйти на нет. В центрах ЮВКлиник отношения с молодыми людьми и подростками строятся на принципах доверия и на том, чтобы помочь молодым людям приобрести эту взрослость. Это и привлекает в наши центры молодых людей. Также одной из причин ухудшения взаимоотношений с родителями является то, что родители просто зачастую нет рядом. Они или уехали за границу, или они работают с утра до ночи. Отношения строить просто не с кем. Да, и в такие моменты молодому человеку, подростку очень важно иметь рядом хотя бы одного взрослого, кому они могли бы доверять и кто бы им мог помочь в сложной ситуации. Иногда таким человеком становится сотрудник ЮВКлиник. Также стоит упомянуть и то, что сотрудники центров ЮВКлиник, они постоянно проходят обучение в области здоровья подростков, их развития психологического и физического, что дает им возможность понимать, как и что именно нужно говорить подросткам. К сожалению, не все родители обладают такими возможностями, нет у нас в стране школы родительства. И, конечно же, им зачастую, даже при большом желании, очень сложно наладить отношения со своими детьми. Именно поэтому очень часто родители приходят сами в наш центр, чтобы получить необходимую информацию. Мы также проводим иногда и дополнительные семинары для родителей по этой тематике, но, к сожалению, мы не можем охватить всех родителей. Поэтому в итоге не важно, к кому пришел подросток, главное, чтобы он получил ту помощь и поддержку, в которой нуждается. Если она вам необходима, приходите в центр ЮВКлиник.